Презентация новой книги Денниса Макоэла прошла на факультете журналистики МГУ. Несколько лет назад профессор уже представлял в России одну из своих книг. Изданный ранее труд стал популярным учебником студентов. «Журналистика и общество» – так называется новая книга профессора. Это современное исследование в области теории массовых коммуникаций и медийного восприятия. Я уже использовала ваше определение журналистики как профессии на моих лекциях, которые называются «Основы журналистики». Между нами говоря, то определение, которое мы сконструировали, стало очень популярным среди студентов. Им очень нравится то, чему мы их обучаем. И я знаю это не только потому, что они говорили мне это в официальной обстановке, но иногда, проходя по коридорам, я слышу их личные разговоры. Президент факультета Ясин Засурский выразил признательность Деннису Макоэлу за его вклад в науку. Все присутствующие на презентации, в том числе иностранные гости, назвали книгу еще одним важным пособием для нового поколения журналистов. Я уверен, что книга будет очень полезной для студентов вашего факультета. Потому что в ней содержатся фундаментальные знания для изучения основ журналистики. Профессор Макуэйл уже более 40 лет занимается изучением процесса создания новостей. Автор всегда обращал внимание на особенности этой нелегкой работы. Эта тема – то, чем я интересуюсь. Хотя сам я вовсе не журналист. Я всегда очень интересовался газетами, но не столько их производством, сколько самими новостями, то есть контентом. Я заметил, что то, что чаще подвергается критике, становится более важным для общества. Жаль, что мы не всегда воспринимаем это всерьез. И от наших глаз многое ускользает. Это и многое другое отражено в моей книге. К слову, есть мнение, что современная журналистика – это в большинстве своем развлечение. Книга рассказывает о важности наличия действительно серьезного контента. Кстати, я очень счастлив, что она, наконец, опубликована в России. Это большая радость для меня. В завершении встречи Деннис Макоэл поблагодарил российских коллег за радушный прием. Также он отметил перспективы развития российской журналистики. Александра Борисова, Семен Эпштейн, телеканал «Маховая 9».